Сегодня на площади Церемониала в Брестской крепости состоялось торжественное открытие третьего трудового семестра. Среди представителей студотрядовского движения БРСМ были как бойцы трудового фронта со стажем, так и первокурсники, которые уже совсем скоро отправятся в детские лагеря и на строительные площадки. Словом, в трудовое и романтическое путешествие. Для получения карманных денег в этом году студенты Брещины отправятся как в различные регионы Беларуси, так и в соседнюю Россию. В этом году мы уже договорились о том, что наши ребята будут выезжать и на Ямал, и в Забайкалье. В этом году мы планируем направить несколько педагогических отрядов во Всероссийский центр «Орленок» в Туапсинском районе. В этом году мы планируем отправить ребят в составе сводных отрядов в Москву на строительство объектов. Ну и, конечно, для нас очень знаково то, что в этом году всебелорусской молодежной стройкой объявлено строительство атомной электростанции нашей белорусской, где будут трудиться ребята со всех регионов нашей страны, а также ребята из Российской Федерации. В рамках открытия третьего трудового семестра стартовала совместная белорусско-российская акция «Поклонимся тем великим годам», посвященная 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В ходе этого феста студенты дружественных стран проведут работу по благоустройству мемориала «Брестская крепость-герой», а также окажут помощь ветеранам. Для нас было очень важно развивать военно-патриотическое воспитание, и именно воспитание трудом мы считаем нашим исконным. И самая большая акция – это акция 70 лет Сталинградской битвы. И мы задумали, что от Сталинграда мы проведем символический мост до Бреста. Поэтому сегодня мы здесь. Возложение венков к вечному огню, а также минута молчания, которой молодежь почтила подвиг защитников Брестской крепости – традиционный ритуал, который положил начало трудовой акции. После официального открытия участники трудового почина занялись благоустройством центральной территории цитадели. Среди российских студентов были и те, кто посетил это сакральное для всего советского народа место впервые. В составе студенческого отряда я впервые и только посетил вашу страну. И могу сказать, во-первых, хочу я поблагодарить именно всех белорусов за отличную встречу. Реально за такой душевный прием. Нам реально было очень приятно. Этим летом в Брестском областном штабе будут работать белорусско-российские педагогические и строительные отряды. Все они смогут не только заработать деньги, но и получить навыки новой профессии, найти новых друзей, словом, в полной мере познать всю прелесть студенческой жизни. Каждый учащийся, каждый студент, каждый участник строительного отряда, выполняя ту или иную работу, чувствует себя причастным к великим созидательным делам своей страны. Человек на этой земле пришел в жизнь для того, чтобы созидать. И это должен понимать каждый юноша и девушка. Виктория Долгобецкая, Виктор Халявка, телекомпания «Бук-ТВ».